Это дисциплина ката в дзюдо. Здесь нет упорных схваток. В ней спортсмены демонстрируют комплекс техник, строгий порядок и жесткие правила выполнения. Качество демонстрации этих комплексов определяет уровень мастерства дзюдоистов. Буквально в каждом движении глубокий смысл. Ката дзюдо. Шаг вперед делается всегда с левой ноги, а назад с правой. Да? Сразу вопрос, почему? Ответ очень простой. Идет все опять с самурайских традиций. Меч здесь у меня слева. Если я шагаю с правой ноги вперед, мне очень удобно выхватить меч и атаковать. Если я шагаю с левой ноги вперед, мне это неудобно делать. Таким образом, когда мы шагаем вперед с левой ноги, мы демонстрируем, что у нас мирные намерения, мы не несем в себе агрессии. Чемпионаты России по ката в стране проводят с 2005 года. И уже второй раз их принимает наш округ. В прошлом году во Дворце спорта «Восток», в этом году – молодежный. Два года назад, в 2021 году, мы взяли на себя организацию, проводили его на «Востоке». Сейчас молодежный. По словам экспертов, мы достойно его проводим. Второй раз округу отдают это мероприятие, значит, с нами считаются, нас уважают, Федерация дзюдо России, нам доверяют. Ката в дзюдо изучается в парах, при этом один из партнеров выполняет заданную последовательность приемов на другом. Это своего рода показательное выступление. Секреты мастерства – это любовь к жизни, то есть чему учил нас основатель дзюдо Кано Дзигоро, то, что заниматься до преклонных лет, то есть поддерживать себя в физической форме, то есть быть физически, ну то есть, как говорится, чтобы ментально и физически. Ката это позволяет, то есть здесь нет такой нагрузки, скажем так, да, травмоопасной, но в то же время это, ну, как здоровье. За два дня соревнований на татами вышли более 70 спортсменов из 10 регионов страны. Выполняли комплексы упражнений в 5 программах. Денис Кулагин и Никита Горбатов – воспитанники школы Олимпийского резерва из Пензы. В их исполнении комплекс по самообороне при нападении с ножом и пистолетом. Мы представляем дисциплину гёсин дзюцу. Дисциплина вообще она рассчитана на самооборону. Такую, я бы сказал, более современную, не медленную, не быструю, что даже некоторые, наверное, наши приемы, они в дальнейшем действуют и в жизни. Победители определяли в каждом виде ката. Следующие крупные соревнования в этом виде спорта пройдут во Дворце спорта «Молодежный» в марте. Дзюдоисты выступят на первенстве Московской области среди спортсменов до 13 лет.